Hi everyone, с вами Блазон. И это 10-й выпуск мифов в Майнкрафте. Сегодняшний наш миф называется Лик. Лик — это этакий испанский херобрин. Один игрок играл на survival моде. В мире было очень много мобов, в чем игрок уж немного задумался. А также он видел кресты. И таких крестов было очень много. Крест, на котором распяли Иисуса. Данный игрок просто не обращал на это немного внимания, но позже, когда он был в шахте, он обернулся и увидел данное существо. Он сразу же заскринил. Скрин вы сейчас видите на экране. На нем мы видим человека с маской, с болотной рубашкой, предположим, и в синих штанах. Данное существо его сразу же убило. Позже он зареспавнился и оказался возле деревни. Позже он еще раз там встретил данного лика. На сей раз он его убил, Майнкрафт вылетел и мир удалился. Миф стал очень популярен на латиноамериканских форумах. Его назвали этаким испанским херобрином. И сегодня я буду проверять данный миф на версии 1.7.2. Предположительно, потому что я не знаю, на какой версии его поймали. И также на всякий случай поставлю язык на испанский, чтобы поднять, возможно, вероятность. Ладно, давайте не тянуть и... Ну вот, я и заспавнился. Лаги тут, конечно же, немного, жуть просто. Ходить невозможно, но я постараюсь. Так, говорилось в легенде, что очень много мобов. Вот как вижу, курица что-то... текстура в головах застряла. Куриц много что-то, да и текстуры что-то не прогружаются так быстро. Да ладно. Так, давайте попробуем, так сказать, имитировать. Мы в лесу, кстати. Попробуем имитировать выживание. Я буду осматриваться F5, чтобы, если обернуться, не обосраться кирпичами. Так, давайте скрафтим верстак. Не знаю, что, меч, наверное. Меня хотя бы музычка немного успокаивает. Так, верс. Так, давайте. Ну и предположительно меч. Так. Извиняюсь за лаги, я не знаю. Что-то до записи у меня Майнкрафт просто отлично был, а сейчас, во время записи, как я только начал, то просто жуть как лагать начал, FPS приседает, просто капец. Так, ну, лужится, и там какая-то дырка в ней, странно. Деревья друг с другом сиамские опять, еще одна береза сиамская друг с другом. Странно. Не будем придавать значения. Так, нам нужны зацепки, а именно места, где много мобов, и крест найти, божий крест. Кстати, если что-то заметите, быстро пишите в комментариях, потому что я могу не заметить и могу посчитать, что миф не пройден. А вдруг вы сможете заметить? Ё-моё! Ёпта мать моя! Это дерево, блин, вообще, не знаю, в землю вошло. И в ней еще курица и овца были. Блядь. Ну, пипец просто. Ну, не знаю. Капец. Я первый раз вижу, чтоб дерево аж прямо в землю взросло. Не, я сваливаю отсюда. Мне тут опасно. Текс. Давайте, не знаю, скрафтим еще раз верстак и лодку. Не забрал тут я верстак, ну да ладно. Я же вроде ачивку уже получил, зачем еще раз мне? Блин, после 1.12 тут все текстуры так гладко выглядят. Лодка ставься. Давайте сейчас поплывем где-то на лодке, не знаю куда. Курица, кстати, что-то плавает, не знаю куда, вроде к берегу должна, и курицы сами плавают, что-то, смотрите.
Это ж курица, а не утки. Хули они в воду лезут и плывут куда-то? Спрутов очень мало, кстати. Спрутов, наоборот, должно быть много, а их что-то тут мало. Это же океан. Или это у меня такое просто предположение? После 3-4 дерева подряд просто. Нет, больше 5-3 дерева подряд рядом. Блин, меня это настораживает. Аж 3 дерева подряд. Еще одно дерево взросло, но оно низкое хотя бы. Но тоже прямо в земле было. Ёпта. Ёпта, бля, кто смог это поставить землю? Смотрите, у меня земли даже нету. Как кто смог? И смотрите, лужица просто, не знаю, как-то ровно сделана, но почти ровно, еще чуть-чуть, и она похожа была бы на эндерпортал. Потому что, ну, блин, это реально похоже. Земля почему-то тут стоит, ну, реально странно. Кстати, сит я вел лик специально, чтобы проверить. Текс. Кажется, цветочки. Сиамские. 3 дерева опять сиамских. Что-то странное. В виде буквы L. Вдруг это отсылка... Бля, буква L. Вдруг это отсылка на имя Лик. Блин, это жесть будет, если это так. Если это читается, будет похоже на крест. Так, давайте вверх сберемся. Кстати, ровно что-то сделано, земля тут. Блин, по-моему, это будет самый жесткий выпуск после Херобрина, где я его в шахте искал, там жесть просто была. Курицы, но мобов не так много, как говорилось в легенде. Мобов тут поменьше. Мне это пипи что-то напоминает, если убрать листву. Вот смотрите, пипи напоминает. Ай, ты же лик пошляк какой. Ну реально, зачем вы выставляете вот такие вот... Не знаю, просто так эту землю. Меня это реально настораживает. Ну, давайте корову убьем, чтобы было чем хавчик иметь. Пофиг, что сру. Так. Хавчик, бери с мясом. Вот. Просите коровки, но мне кушать надо. Мне хавчик нужен. О, еще одной могу хотя бы себе ботинки кожаные сделать. Че, не выпало, в смысле? 4. А, выпало просто. Че не берется с расстояния? Ну, окей. Так. Свинья, где свинья? Где-то хрюкнула свинья, хотя я ее не вижу. Возможно, где-то далеко тут. Кстати, только что заметил, что у меня голод не тратится. Хотя я уже бегаю тут где-то, не знаю, минут 5. А голод у меня до сих пор не тратится. Это странно. Кстати, смотрите, что-то камень выпирает вперед. Смотрите. Под ним лава, слышно, сейчас попробую прокопать. Да, вот под ним лава. Это будто прям закрыли, будто... Будто эту лужу закрыли. Хотя лава, если она... Ну, на поверхности, то она особенно всегда открыта, а не закрыта. Странненько. Смотрите, там какая-то странная пещера. Я сейчас туда, наверное, пойду. Крестов я, кстати, не видел. Ну, может, видел, но пропустил. Ну, проходил мимо креста, наверное. Если видели вы крест, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обязательно прочту. И... Посмотрю, был ли там этот крест или нет. Вот я на этом самом острове. Там вот я только что был. Теперь вот я тут вот. Тут пещера какая-то странная. Проход. Ну, вроде проход. И вот. Ну, вот это вот, на самом деле, даже песок не падает. Хотя, это же Майнкрафт. Тут все закрыто. Зачем генерируется эта пещера, если она все равно закрыта получается? О, болото рядом. Так, сейчас скоро наступит ночь, а у меня до сих пор голода нет. Я уже тут 10 минут бегаю.
А голода до сих пор у меня нет. У меня полное это... Ну, как его это там? Да, уровень голода у меня полон. Я будто не знаю. Не бегаю, ничего. Хотя я тут уже сколько раз бегаю, хожу, не знаю. Странно, что голод не тратится у меня. Вот это настораживает, еще настораживает. Непонятно. Сейчас тут слизни будут спавниться, поэтому мне, скорее всего, тут лучше уходить надо. И ведьма к тому же, а мне с ведьмой... Ой, как нельзя встречаться, потому что она меня своими зельями накидает, и я труп. Смотрите, курицы очень много, причем некоторые деревья заспавнились. И, кстати, они что-то в воду лезут. Мне... Не знаю, что они в воду лезут. Что эти, что те две, которые мы видели, в воду лезли. Внизу ничего обычного. Вот мы и в березовой роще. Там какое-то животное застряло. А, нет, это не животное, это вон-то животное. Там, оказывается, цветок. Ой, что-то май начал сильно лагать. Ой, а тут очень много мобов, кстати. В березовой роще очень много сколько свиней собралось. Очень много. Ёбля! Ну, почти крест. Тут застроить, и тут будет крест. Вот тут блок поставить, тут будет крест. Вот видите, у меня ничего нет. Вот тут тоже, если застроить, получается крест. Бля, я, получается, все-таки нашел. Блин, это... Дерево летает. Опять. Руины какие-то. Там, кстати, роща. Как видите, не роща, а темный лес сумрачный. Блин, это сейчас напугало меня. Лошадей много и ослов. Сейчас мы, кажется, в роще чуть посидим. Если что-то надоест, то... Тут блок и был бы крест. Что за кресты тут такие недостроенные, а? Очень много живности какой-то. Да, я нашел крест все-таки. Да, я нашел его. Водяной, правда, и между ним, кстати, и между возле него две бер. Фух, я испугался что-то. Да, я нашел крест. Три креста, говорит, нашел. Ну, двое недоделанные, а вот последний-то это шик. Кстати, в смысле? Вода в шахту ведет. Я не хочу туда в шахту. Я не хочу в шахту. Свиньи на деревьях. Сейчас чью жесть будет. Если я его найду, это будет пиздец полный. Итак. Ой-ой-ой-ой, что-то лагать начало сильно. Блин, как я ненавижу сумрачные лесы, а тем более еще в этом сумрачном лесе версии 1.11 появился особняк. Да это жесть вообще. Так, в сумрачном лесу не было таких странностей, как в березовой роще. Потому что в березовой роще что-то крестов надо было, опять что-то курица с дерева на дерево, ну, с гриба на дерево перепрыгивает. Там спрут какой-то, по-моему. Дерево то ли косячено, то ли, не знаю, текстуры, потому что оно особенно в 4.4 растет. Ослы.
Ну это такие деревья, на них типа ты может древесина типа летать, ну находиться в воздухе. Так. 5 курицы. Что мобы на деревьях делают и в воде, я не понимаю. О, снесла и курица яйцо. Опять дерево летает. Вокруг дерева яма. Еще одна яма какая-то. Тут и вовсе какая-то лужа. Что за черный блок или это проход? А, это освещение. И как мне теперь выбраться? Хотя ладно, есть выход. Так. Я выбрался опять руины какие-то. Ну и вот лава на конечно, кстати, как дорожка сделана. Ну и вот лава на поверхности. А та аж прям, не знаю, под линией с землей было, не знаю, как сказать. Крестов не вижу. Не знаю, наверное, в березовой роще какая-то мистика происходит всегда. Грибы на деревьях. Ну ладно, я видел пару раз, что грибы на деревьях росли. На песке или на почве? На песке выросло. Не врите мне тут, пожалуйста. На песке выросло дерево. Генерация, что с тобой? Чтобы на песке дерево росло. Так, грибы. Ничего пока что тут мистического нет. Курица опять. Кстати, свиней только в березовой роще видел. И все, а в мире вот сейчас в этом лесу их даже не им даже не пахнет тут. Так, вот я на какой-то берег вышел. Тут, кстати, странно. Тут есть одна, ну, трава. Ну, блок травы сейчас. Вот он. Кстати, он отделяется от других. Пробую вскопать что там. Ничего такого. Курица за... Что-то за кальмаром плыла. Зачем, не знаю. И еще одна курица в воде. Что же тут с курицами такое? Они что, себя утками считать начали? Я не понимаю. Ну что в голове произошло, не утками себя считать, что ли, начали? Так, мы тут были. Я не знаю, куда уже дальше идти, потому что кругом вода. Так, тут, не знаю, почти в виде креста яма. Мы видели ее уже. Тут обычная яма. Давайте, не знаю, там какое-то одинокое дерево, кстати. Тут это дерево отдаляется ото всех. Какое-то одинокое, как будто. Сейчас, если еще чуть-чуть похожу тут и если чего не найдем, то еще интересно, если ничего не найдем. То я закончу выпуск и сделаю по лику второй выпуск, потому что этот миф так оставить просто так нельзя. Лол, тут какой-то спуск из гравия. И спуск, не знаю, то ли в шахту, то ли куда. Нет, просто какой-то, не знаю,
тем более темнеет. Кстати, не темнело, до сих пор ночь не настала. Вот странно. Или настала, но я не видел. Кстати, когда ночь, у меня стоит какая сложность? Я не знаю. Поставил вроде на мирную, но все равно странности очень большие были. Опять в виде буквы L. Намек на Лика, наверное. Тут я, кажется, уже был. Или не был. На березовой роще меня, конечно, сегодня очень поразило. Да, вот тут паук уже появился. И как-то страшно. Тем не менее, хотя нет. Ой, летающий остров или просто текстуры не прогрузились. А, тут обычная, я уже привык к 1.9 этой боевке. Тут, слава богу, обычная. Какой-то квадрат. Ой, не квадрат, а прямоугольник. Вижу там овцу, очень много овец. Так. Да, тут текстуры немного не прогрузились. Блок вот летает и три дерева в ряд. Так, что за яма? О, голод наконец-то начал. А, получается, на мирном у меня голод не тратится. Ясно, понятно. Теперь начал тратиться. Тут опять яма, похожая на букву L, хотя и это мне кажется. Крипер. Рядом с своими этими первыми версиями. Ну, точнее, крипер, то свинья неправильная была. Зомби-житель. Пол хп. Короче, умру, не умру! Ёпта, я испугался. Все, думаю, пора уже заканчивать запись. Специально спровоцирую смерть. Все, умер я. И заспавнился что-то на дереве. Зареспавнился. Ну ладно. Думаю, пора подводить итог первой части. Итак, в этой части было очень много странностей. Например, курицы постоянно что-то в воду лезли. И мобы часто спавнились на деревьях и больших, очень больших группках, как говорилось в легенде. Мы нашли всего три креста. Два из которых недоделаны, так сказать. А один нашли аж целый прямо между деревьев. Лика мы пока что самого не нашли. Но улик на его существование очень много. А именно, вот как говорилось, кресты и очень много животных. Я, извиняюсь, играл на мирной. Но в следующей серии попытаюсь на средней или легкой. Ладно, ребята, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте данное видео. Всем пока-пока. И не забудьте написать, как правильно найти Лика.